Киеве завершился Кубок Украины по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей «Багги». Днепропетровские моделисты-автогонщики среди школьников заняли второе командное место. В категории спортсменов стали лучшими в стране. Всего в Кубке Украины приняло участие 47 спортсменов из 8 областей. Еще до начала соревнований стало понятно, что отстоять прошлогодний чемпионский титул днепропетровской команде было очень непросто. Дело в том, что в прошлые годы команда была представлена сильнейшими моделистами из разных городов нашей области. В этом же году по разным причинам отстаивать честь Днепропетровщины пришлось только воспитанникам областного центра.